В Кунгуре вновь зафиксированы случаи мошенничества. На этот раз факты обмана отмечены в социальных сетях. И речь идет не о вымогательстве денег, со взломом личных страниц пользователей. Мошенники орудуют в интернет-магазинах. Как показала практика, покупки через всемирную паутину – это пусть и очень удобно, но не всегда выгодно. В одном из случаев женщина продавала поросят, однако свинью в результате подложили ей самой нечистые на руку люди. Они запросили у продавца якобы для внесения предоплаты реквизиты банковской карты женщины и разовый пароль, пришедший в СМС. Из-за необдуманного поступка продавец осталась с товаром, однако полностью без денег. Мошенники сняли с ее счета все средства. Это несколько десятков тысяч рублей. Не торопитесь вносить предоплату за товар, который покупаете через интернет. Учитывайте риски при совершении онлайн-покупок. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. В целях безопасности не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для покупок и продаж в сети интернет. В связи с этим полицейские города еще раз напоминают кунгурякам во избежание быть обманутыми. Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам сведения о своих банковских картах, а также пин-коды от них.